Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день, удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияние в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Козерог. Звезды рекомендуют козерогам сосредоточиться на практической реализации своих профессиональных качеств. Основным критерием этого будет финансовый успех. У вас появится прекрасная возможность гарантированно улучшить свое финансовое положение. Но не следует пытаться откусить слишком много, вы не получите больше, чем заслуживаете. Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Однако звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском, работы с режущими или электрическими инструментами, быстрой езды. Беспокойный образ жизни, вероятные проблемы, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус. Вам необходим отдых. В этот день Козерог попадет в затруднительное положение. Но вы обязательно найдете выход, если сами приложите к этому усилия. 24 мая вам необходимо налаживать деловые контакты, а также с оптимизмом рассматривать новые предложения по работе. Ваша репутация может пострадать, если вяжетесь в бессмысленный спор с коллегами. Терпение в отношениях с избранником позволит уладить недавний конфликт.